economy. Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами Задрот Серия, поехали. Поехали. Уже 70% пройдено, играй. Хочешь, чтобы я отвела тебя в мир? Мистер Дракон. Для дракона ты неплохо выглядишь. Я бы с радостью провела тебя в храм, но землетрясы засунули его в каменную клеть. Спасибо, что освободил меня. В ловушку попали еще несколько сатиров. Сожрать меня хотел козел. Блин, что это за деревья такие жесткие?
свобода! Теперь в ловушке остался только один сатир. Дракон! Может быть, это поможет? Мой друг заперт в этой комнате и потерял ключ. А ты знаешь, как тяжело найти ночью отмычку? Очень тяжело. Теперь, когда ты спас всех сатиров на холмах, тебе следует посетить храм. Дракоша, наверное, ты ждешь, что я залью слезами и закричу «Спасибо, мой герой, за то, что спас глупую несчастную дурочку!» и все такое. Извини, недотёпа, я была здесь только потому, что мне здесь нравилось. В любом случае, другие фавны просили меня дать тебе талисман. А ты их так не убьешь просто. Thank you.
какие-то гонки, скорее всего, будут. Трасса какая-то не зря тут. Я бы прыгнул сразу, не смотря. Еще ГГ. «Просто не двигайся», — сказал он. «Я превращу твои сапоги в золото», — сказал он. «О, привет, Спира, ты как раз вовремя. Я был бы очень благодарен, если бы ты нашел этого алхимика. Он мой должник». «Я
Я экспериментировал с этим зельем. Хотел бы проверить его, но землетряс не дает. Ты можешь прикрыть меня? Ну послушай, я тебя очень-очень прошу. Этот Отлично! Просто держи этих землетрясов подальше от нас. Вот так вот. Но тут надо выучить сначала маршрут, по которому он будет идти, а потом защитить его. Ну, блядь, ну вы видели эту камеру. Это просто худшая камера в мире, блядь. Ты. Пиздец, как ты попадаешь, блядь, километр расстояния, ёбаный в рот. Ну, блядь, ну вы видите эту камеру. Это худшая камера, блядь, в мире. Просто ебал я в рот это. Не, иди нахуй, долбоёб ебаный. Просто уёбище ебаное, лесное нахуй. Мусорка ебаная, блядь. Нельзя просто прямо пронести мусор ебаный. Худший, блядь, долбоёб. Помойка, блядь. Ебаная. Реально ёбаный даун. Нахуй все сложнее, блядь. Почему нельзя прямо войти? Какой же ты мусор, блядь. Ты худший чел. Ты просто даун конченый.
Реально, челик, ты просто худший чел. Ты мусор. Пошел нахуй. Где еще один? Стоп. Заебало, закрой, короче. Мудак. ЛСный. Ёбаная свинья, блядь. Иди нахуй, блядь, вообще уёбище. Суки, блядь, ебаные нахуй. Коцают за километр, уёбище. Найс игра, блядь, честно. Дебил. Ой, мои ноги отходят. Вот, держи. Возвращайся ко мне, когда научишься бодаться, и тогда мы покажем этим землетрясам. Все, что ли? Мусорная игра. Уровень вообще странный. Здесь почти ничего нету. Я прошу вас, помогите мне, пожалуйста. Сломайте эту нехорошую дверь. Как же я тебе это сделаю? Ну, скорее всего, нам что делать нечего.
Нам нужно найти эту хрень. Открывать, ой, говорю, ну, открыть способность, чтобы мы могли воткнуться головой. Это начало. Здесь ничего нет, короче, больше. Короче говоря, возвращаемся. Все, поехали отсюда. Прикол. 50 голды где-то осталось. Нам способность надо. Это, скорее всего, уже в третьем миру таком будет. Отлично, Спира. Теперь у тебя все 14 талисманов. И твой путеводитель может взломать замок на двери, и ты можешь сразиться с Галпом. Ты готов? Да. Ты должен прыгнуть в дырку в полу, чтобы добраться до Рикта и Галпа. Они ждут. Я тебе могу немного помочь. Я приручила несколько птеродактилей из Скела Бэдлендс. Они будут бросать объекты, которые ты сможешь использовать в борьбе. Давай, чё, попробуем. Гулп. Галп, наконец-то Авалар наш. Ты заслужил особую награду. Ой, ты недоволен. Галп, малыш, что это такое? Фея? Ну ладно. Как ты меня достал, дракон? Ты начинаешь действовать мне на нервы. Мое терпение лопнуло. Прощай, огнетыщущая тварь. Надеюсь, мы с тобой больше никогда не встретимся. Гал, прикончи его. Я дам тебе столько пей, сколько ты сможешь съесть. Поверь мне, я тебя не обманываю. Гулп, Гал. Чисто по кругу ходить. А их зажечь надо, скорее всего, да? Мне бы жизнь захилить. Спанул, что ли? Thank you.
Отлично. Мне нужен гусь. Гусь, гусь. Мне гусь нужен. Вот. Все отлично, две жизни есть. Еще жизнь хотя бы одну. Один удар, я сдох. Но я сдох. Ура! Лол. Тупо на крополях. Победа. Лол. Галп побегал. Тупо писечка хп. Спира, ты это сделал! Алора, а откуда ты взялась? Я была за замком на осенних равнинах. Замок снова свободен, Рипта. Здесь даже не пахнет. А увидев тебя, наши жители снова начали собираться вместе, так как ты очень помог Авалару. Я долго думала, какой сюрприз для тебя приготовить, и наконец придумала. Надеюсь, что он тебе понравится. Мы не забудем того, что ты для нас сделал. Спасибо, что избавил нас от этого злого Рипта. Отлично! А ты не присоединишься ко мне? А? Нет, я бы с радостью, но мне нужно навестить профессора в зимней тундре. Он все еще пытается починить суперпортал, чтобы мы отправили тебя домой. Интересно. А я уж было настроился провести здесь некоторое время. Эй, куда делась Лора? Мне нужно найти ее. В зимней тундре. А это где началось все? Кажется, я наконец-то могу построить портал в мир драконов. Этот энергетический кристалл даст нам необходимую мощность. Нужно еще несколько вычислений. Так, отлично. Наконец-то все готово. Нам понадобятся еще шары, и с помощью суперкристалла мой суперпортал снова заработает. Думал, что избавился от меня. Извини, но ты ошибся. Я убедил этого жирного толстосума помочь мне. Быстрее, энергокристалл! Даже не думай, иначе ты превратишься в кучу пепла. Это то, что мне нужно для нового скипетра. Охотник, сделай что-то, быстрее! А ну отдай назад! Ну, я попробовал. Слабак. Жалкие недоумки! После того, как я уничтожу вас своим новым скипетром, я назову это место Риптонией! Понятно. Зимняя тундра мне, значит, будет следующий. В апреле мой день рождения. На самом деле, я бы смотался отсюда нахер. Спира, Рипта все еще жив, и он закрыл нас за пределами замка. И это еще не все. Он похитил наш новый кристалл энергии для портала.
Если ты соберешь достаточно шаров, ты сможешь забрать кристалл энергии у Рипта, и мы пошлем тебя на берега дракона. Всего лишь-то. А. Сейчас тот дебил нас научит этому. Головой. Ссать на всех. Нам нужно хотя бы один этот чел. О, найс. С кайфом. Ну ладно, Спира, я могу научить тебя только одному. И как обычно, это стоит недешево. Ну что, согласен? Толчок. Толчок на самом деле очень простой. Нужно прыгнуть и нажать треугольник. Прием бадания поможет тебе в тех ситуациях, которые ты не мог бы выполнить раньше. Вот так вот, мой дорогой. Ну, короче, вот эта тема, вот которую я вам говорил. Вот это. Все, летим аутом вот этот. Planes. Назад. Идем в мир там один. Оазис и холмы. Это чё? Это зефир. Где 70 холмы, оазис. Холмы и оазис. Холмы. Так, это вот эти дудки, где были. Так мы же это видели. А зачем нам это еще раз показывают? Ух ты, ёпта. Да, в принципе, это не обязательно, наверное. Нахер мы это делаем? Пошел нахер. Опять? Да ебаный. Двигайся, сказал он. Да ебаный в рот, блядь. Просто идите нахуй. Без рофлов, идите нахуй. Ебанутые. Я... Да я уже все проходил, хули я должен это заново проходить, блядь, ну пиздец. Охуенная игра, блядь.
пошел нахуй. Раз уж ты пришел, поможешь мне надрать задницы этим землетрясом? Поможешь, а? Да. Ну тогда хорошо. Когда я выстрелю по землетрясу, ты толкнешь его до того, как он поднимется наверх. Сделай все так, как я тебе говорю. Ты меня понял? Нам нужно избавиться от них всех и сразу, иначе они приведут своих друзей. Пошли! Где ты? Кончи. Ну еще раз дай по нему стрелу, хули ты, жадина ебаная. Разве? Блять, ты даун в натуре. Тупой. Ну чё, что он встал? А как мне успеть, сука? Идиота кусок, блять. Мудила ёбаная. Ебанат кале, блядь. Разъебу здесь все просто, все нахуй разъебу сейчас, блять, здесь ебаная игра, блять, тупая нахуй. Уебище, блять, лесная нахуй. Уебище, блять, хватит перед экраном мельтешить, сука. Конченая игра, просто мусорная. Пиздец. Да я не буду играть, это мусорная игра, сука. Разве? Еблан, блять. Великолепная команда. Ебаный, пошел нахуй. Это алхимику, но в настоящее время я тупой. На него злой. Вот так вот. Ты даун, ты мусор худший. Сука, чмо тупое. Сука, дай я тебе въебу чмо. Просто тупой даун ты. Худший мусор. Пошел нахуй. Дракон! Может быть, это поможет? Мой друг заперт в этой комнате и потерял ключ,
А ты знаешь, как тяжело найти ночью отмычку? Очень тяжело. Сломай дверь. Чем, блядь, мне сломать ее пальцем нахуй? Или что, блядь, вы ебанутые там совсем? Блядь, реально ёбнулись. Так, я продолжаю. Все, я понял, я просто настолько слепой идиот. Просто вот сюда идем и все. Ломаем все. Да, наверное, даже гигантов можно было разъебать с этой штуки. Я настолько слепой, лол. Это будет сложно здесь. Сука, кто тут поставил эти штуки? Я рот его всал. Лучше бы сделать какую-нибудь дичь, чтобы возвращаться быстрее можно было. Сука, блять, как это пройти-то нахуй? Вот кто так делает? Зачем, блять, усложнять жизнь? Просто пиздец. Нахуя? Зачем, блядь, здесь нервы и жизнь тратить? Мала богам, я свободна. Я нашла там вот такой шарик. Возьми его в награду. Такой голос чмошный, сука. Все, все арбы собраны. Осталось сейчас найти эту дичару. Где она находится-то? Ёбните меня еще, блядь. Убейте меня, обоссыте. Чё бы нет, ёпта. Я отсюда выхожу. А, вот отсюда я выхожу. Нет. Нет. И не сюда. Ну даже, допустим, отсюда бегу, 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 бегу. А где эта херня, нычка? Вон она. Это.
Да. А чё я могу сказать? Это жестко, это сложно. Чё я могу сказать? Это сложно будет. Слишком сложно. Значит, разворачиваемся вот так вот. Или как? Ага. Значит, здесь залезть можно будет тоже. Разворачиваемся сюда, запрыгиваем сюда, резко сюда, потом летим туда, запрыгиваем сюда, сюда, все. Окей. Чисто, чтобы не мешали, можно их кинуть. Сука ёбаная, блядь. Пиздец, блядь, как я не прыгнул-то, ёбаный свет. Блядь, ну чё хуйня какая-то? Ёбаная. Зачем так усложнять? Надо было просто проход какой-то сделать, я не знаю, быстрый. А куда ты так прыгаешь, дебил? Сука. Ну, чмошная игра, блядь. Ох, сука, мусор. Чё бы коцнул, убил меня, чё нет? Сука, идиотство. Тупое идиотство. Это победа. Победа, победа вместо обеда. Чё в натуре я ещё даже не хавал. Говно из жопы. Все, поехали отсюда. Ну тебе. А дура, уйди отсюда вообще. Я тебе не плевать на тебя. Есть талисман уже это, да. Да мусор, давай быстрее уже, лол. Че, я талисмана этого не видел? Уж получил его, ну. Да идите нахер, я видел это. Начинает танцевать гигант этот. Тупорылый. Сынок дерьма. Дальше что у нас? Оазис должен быть.
Там чисто надо головой один раз улететь и все. Магма. Магма, вот это что? Оазис это. Да. Фу, просто плюнул в лицо ему. Обоссал. Ох, сейчас опять по новой все. Да идите нахер, короче. Знаете. Привет, Пир. Здорово. Давай, ломай быстрее. Ебал. Пиздец. Ты даун или что? Ты конченый? Дебил, блядь. Убейте меня, что ли, уже. Шо нахуй отсюда, ебаная дура. Чай меня разъебет, смотрите. Спира. Да это было уже, лол. Смысл ловить их? Что дауны? Блять! Сука ёбаная. Блять, ну просто ебучая, сука. Блять, пиздец. Ну все, отлично, сосать треки. Все. Изи катка. Я очень рад, что ты выучил этот прием, Спира. Но я боюсь, что никто из нас не сможет перейти лаву, пока работает эта вещь. А. Ой, блядь, этих епоклаков убивать теперь. Ой, кто такое мусорное сохранение придумал? Почему нельзя сразу сохранить было все? Все конченая игра какая-то. Зачем, блядь, просто усложнился? Ебало, закрой свои. Смеется. Все, 18. Чмо тупое. ЛСная помойка. Я тебя обоссал. Лошару такое. Ну, 18, а у меня сколько? Ёп, идиот. У меня 19, животное тупое. Тупое животное, ёбаное. Тупо мусорная игра, бля. Я вам отвечаю. Тут-то нет теперь этой херни. Теперь легче тебя ёбать, чушок.
просто так ебошь. Ага. Почему это в обратную сторону идет крыса? Ну все, давай. Мои 8 братьев попали в ловушку в скалах и утонут в лаве. Если ты их не освободишь, здесь вот так прыгай на них, нажимай треугольник, иди по моим следам. Иди за мной и помни, подпрыгни и потом нажми треугольник. Изикатка. Ну. У меня большая семья, но тебе удалось спасти их всех. Возьми и вот это тоже. Мне надоело тягать эту штуку с собой. Найс, изи. Думает, реально я за ним бегать буду. Да, он мусор худший. Все, я тут уже все сделал. Все, Autumn Plains пройдено. На сотку. Домой. Спасибо. Да все, иди нахер, мы с тобой уже все. Видели это? Все, теперь уже идем в этот новый мир, вот этот вот парашу эту. В новый мир, короче. Зимнюю тундру. Где мне найти ее только? А, скорее всего там. Тундра. Зимняя тундра. Ух ты, нихера, что-то открыл. О, орк. А там спидвей какой-то еще был, я его не прошел. Или я его проходил? Спидвей какой-то там был. Нет, его здесь нету. Его здесь нет, значит, все. Мир второй. Его нету, значит, идем проходить. Я хочу игру на все 100 пройти. На 1000000%. На 120% тут максимум вроде.
Поехали. Пройдем туда. Все, будет жопа гореть. Хух, люто как будет сейчас, а, сука. Просто сгорит. Нахер. Так, где это говно было? Вот тут вроде. Блин, где я видел, в начале что ли? Speedway был написан. Вот тут что ли? Не, не тут, там. В самом начале, вот тут слева, правильно? Нет. А где? Где этот мир был? А-а-а! Только зря время потратил, получается. Тут вот. Помойка. Метро Speedway. Все, сейчас будем гореть, жопа будет сгорать просто максимально.
Все, продолжаю. Все, я понял, как найти этого. Кого мне нужно? Ну, еще одно задание, орб. Орб получить, как здесь. Вот сюда, короче, потом. Вот видите, здесь штука такая. Стоп. Не понял сейчас. Вот. У нас тут проблемы с преступностью на метро-трассе, но я думаю, что ты сможешь помочь. Банда котов-взломщиков портят мои деньги, на следующие выборы дрянем в стены домов. Ты не желаешь помочь нам избавиться от них? Отлично! Хантер смог отбить негодяя со стен, но нам нужна твоя помощь. Тебе надо поймать награбленное перед тем, как оно упадет в канал и будет утеряно. Хантер ждет тебя снаружи. Удачи! По-моему, ты получил его, но, наверное, есть еще взлом.
ты получил его? Ну на... По-моему... По-моему, ты получил его, но, наверное... Отлично! Ты преподал им урок! Все, прошли на сотку, это говно. Секрет чемпиона. Секрет чемпиона. Все, летим отсюда, нахер. Все, заканчиваем на эту серию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.